Да ради бога. Спасибо. Не надо. Ой, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня Настя зовут. Sie ist zusammen mit ihrem Mann nach Odessa gekommen, weil es hier gerade deutlich sicherer ist. Sie haben aber keine Verwandten hier. У вас тяжелое состояние здоровья, так ведь? Да. Да. Тяжелое состояние. После 5 операций на печень у меня пошли осложнения. Диабет, гипертония добавилась. Я просто когда слышу слово Херсон... Отберем обратно. Бананы и яблоки. Хлебушка. Гречка. Сахар. И сырок. Спасибо.